Всем добрый день! С вами Галина, канал Зодиак Вегетативка и Многолетники. Сегодня я покажу вам свою новую жительницу, розочку. Роза Кьюти Пай. Мини-розочка такая. Такие маленькие цветочки. Сейчас покажу сравнение с рукой своей. Вот она, эта розочка. Вот она, красавица. Цветочки не больше 3 сантиметров у нее. Небольшие. Яркая. Розовый яркий край цветочков. Очень красивая, нежная, нежнулечка такая. Это я для себя оставила. Пересадила в побольше плошечку. И есть на продажу. 3 штучки. Эта розочка ремонтантная. То есть она будет все лето цвести. До холодов. Так что очень такая красивая. Очень интересная. В высоту 20 сантиметров, в ширину до 40 сантиметров куст вырастает. Такая необычная. Можно в открытый грунт посадить, можно в плошечку посадить. Так и так будет красиво. Весной подкармливать с азотом удобрениями для роста зеленой массы. А потом уже комплексными. С микроэлементами сажать в рыхлый грунт, чтобы был воздухопроницаемый, легкий, и будет она радовать вас, цвести и радовать. Очень такая нарядная, воздушная такая прелестница Кьюти Пай. В переводе, по-моему, малышка, как-то так. Она действительно малышка. Красивая. Размножается черенкованием. Так что еще можно будет и размножить такую красавицу. И будет уже несколько кустиков. Всем спасибо за внимание. И всем до свидания.